Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» оказался в группе «К» вместе с греческим «АЕКом», турецким «Тюрктелеком» и французским «Страсбуром». Разберем, что за соперники ждут баскетболистов Зорана Лукича в топ-16 Лиги чемпионов ФИБА. Греческий АЕК, действующий серебряный призер чемпионата Греции, восьмикратный чемпион Греции, пятикратный обладатель кубка и победитель Лиги чемпионов ФИБА 2017-2018. Сейчас занимает второе место в национальном чемпионате. Главный тренер Илиас Папатеодору собрал весьма боевой коллектив, где каждый игрок готов преподносить сюрпризы на площадке. Из них двое все же выделяются больше всех. Это защитник Кит Лэнгфорд, который набирает в среднем за игру 32 очка, и центровой Яник Морейра со средним показателем 25 очков. Следующий соперник – турецкий «Тюрктелеком» из Анкары. Клуб, появившийся на баскетбольной карте Европы всего два сезона назад, в прошлом году прошел финал 8 Лиги чемпионов. На данный момент идет пятым в чемпионате Турции. Главный тренер Асгюр Адыгузель пока не может похвастаться стабильностью в чемпионате Турции, но коллектив непростой, и нижегородцам будет тяжело справиться с турецкой атакой в лице Кайла Уилджера и Сэма Деккера, которые на двоих набирают около 50 очков за игру. Еще один участник группы К – французский «Страсбур», участник Евролиги, Еврокубка, а теперь и Лиги чемпионов. Многократный серебряный призер чемпионата Франции, сейчас идет на восьмом месте дома. Когда-то в сезоне 15-16 Нижний и Страсбур встречались в плей-офф Еврокубка. В первом матче Нижний дома уступил Страсбуру со счетом 85-94. Ответная встреча 1/4 финала, прошедшей во Франции, завершилась со счетом 91-91. И в итоге Нижний не попал в полуфинал Кубка. Ждем реванша. Матчи второго группового этапа начнутся 2-3 марта и завершатся 6-7 апреля. Команды проведут по 6 игр в группе. 3 дома, 3 в гостях. По 2 лучшие квалифицируются в финал 8. У БКНН есть все шансы пробиваться дальше. Финал 8 запланирован на первую неделю мая. Артемий Катков, время новостей.